когда мы патрулировали, услышали крики детей. Помогите, помогите. Когда подъехали, увидели мужчину, который тонул. Как он себя вел? Было видно, что уже как бы он в таком опасном состоянии, то есть что он уже вот прямо близок к отчаянию. Да. У него уже судороги начались ног. Не мог плыть. Тонул, уходил под воду. Вот, получается, где-то возле 600 банок. Он, получается, прыгнул. И стал тонуть. Ну, я рыбинспектору сказал, чтобы носовой пошел, чтобы взять его за руки быстро, чтобы не ушел под воду. Ну, подъехав, он взял, я помог ему тоже, вытянули вдвоем. Как мужчина уже, в каком состоянии он был, когда вы вытащили? Ну, он уже в тяжелом состоянии был, когда вытащили. Бормотал только, больше ничего не говорил. Ну, в сознании был? В сознании был. Ну, сейчас вода холодная. Люди не думают об этом. Думают, что выплывут,